День славянской письменности называют самым долгим праздником. Отмечают его целую неделю. Сегодня кульминация. У памятника Кириллу и Мефодию поют молебны и возлагают цветы. У студентов классического университета принято почитать основоположников славянской письменности. Если знать об этом празднике и праздновать его ежегодно, то все-таки наше культурное наследие не забудется. И мы будем знать свое прошлое и действительно будем образованными людьми. Серьезное отношение к этому празднику доказывают и присутствующие. Возлагать цветы к памятнику приехал митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. За несколько минут до этого владыка совершил молебен у поклонного креста святым на Театральной площади. Памятнику святым равноапостольным братьям, который здесь, как мне кажется, нашел свое почти историческое место, потому что классический университет – это центр образования, центр науки, центр культуры. О значимости этого праздника в Саратовском государственном университете начали говорить еще в понедельник. В 10-м корпусе открыли форум на тему «Славянский мир, общность и многообразие». Поддержать беседу приехал и губернатор Валерий Радаев. Говорили в основном о задачах высшего образования. Это святое место для университета, это святое место для всех жителей города Саратова. Мы гордимся, что этот памятник стоит у нас. Мероприятия ко дню славянской письменности стараются проводить на улице, потому что не все саратовцы еще знают об этом празднике или не придают такого значения. И поэтому таким наглядным способом политики и деятели науки стараются привлечь внимание к этому дню.